Бывают вершины, которые невозможно преодолеть в одиночку. Поэтому очень важно объединять себя и окружать себя людьми сильнее себя, с которыми тебе будет по пути, которыми ты будешь смотреть в одну сторону, которые понимают тебя с полуслова, полумысли. Совместная работа в этом случае обречена на успех. Такие моменты понимаешь истинное значение слова. Команда. Собственно, нужно показать. Вот так начинается наше собрание. Чтобы они могли видеть. Потом они плавно превращаются в кофе-брейк. Как приходит идея новой постановки? Во-первых, это музыка. Да, музыка нами движет, танцор без музыки это вообще это ничто. Поэтому сегодня наша задача среди всего многообразия музыки выбирать именно то, что тебя вдохновляет. Соответственно, с этой энергией, с этим зарядом ты передаешь все это детям, свои движения, свое видение этого мира, свое самое лучшее качество танцора. Ребята, привет! В общем, у меня новая композиция, нужна ваша помощь. Вот они стоят, в общем, после припева. А ведь, в общем... Ну, иногда это происходит вот так. Конечно, я получаю огромное, колоссальное удовольствие при работе с нашими детьми. Я думаю, что для каждого педагога очень важно видеть отдачу от детей. А это тем более, если видны результаты, когда есть хорошие победы. Я думаю, все возможно. Для того, чтобы дать что-то ребенку, в первую очередь эти знания нужно пропустить через себя. Как видите, сейчас мы практикуем занятия. Это все тьюторы, ведущие тьюторы, которые также занимаются актерским мастерством. Мы друг другу помогаем, приходим на вокал, все совместно занимаемся. Также все вместе приходим на хореографию, танцуем. И вот вы сейчас можете наблюдать, как тьюторы проводят разминочку. И дальше мы будем проводить тренинги актерского мастерства. Это позволит нам пропускать через себя, все впитывать кожи и, соответственно, потом, пропустив через себя на личный опыт, да, передавать это все детям. Когда энергия и талант, складываясь вместе, дополняют друг друга, это превращается в нечто потрясающее по своей мощи. И тогда можно сворачивать горы.